फिर महात्मा का, जैसे पद्म पुराण और स्कंद पुराण, ठीक है। हम चाहेंगे तो पूरी भागवत को अच्छे से, начиная с завтрашнего дня, там что-то со шлоками Бхагаватам. Слышно? А? Чё? Нет прямого эфира. Все есть. Тоже появится. Спрашивает, просит Брахмачари повторять славу Бхагаватам шлоки, повторить там Сканда Пурана, Падма Пурана. Так, давайте послушаем наставление Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Прежде всего я предлагаю свои бесчисленные поклоны лотосным стопам моему Дикшагуру, Шишримат Бхакти Шруп Сиддханте Гусайи Махараджу, также моему Шикшагуру Махатме Шри Бхакти Нарайане Гусайи Махараджу. Всем собравшимся вайшнавам, вайшнаве. Так. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, его спрашивали разные вопросы в разное время, и Прабхупада давал ответы на эти вопросы. Эти ответы собраны в одной книге. Итак, вопрос, какая высшая цель человеческой жизни? Какая высшая цель человеческой жизни? Обычно, ну, то есть поддерживать семью, поддерживать дом, это считается как бы обязанностью человека. Но какая высшая обязанность человеческой жизни? Что нужно делать в первую очередь, чтобы наша жизнь началась успехом? Кто-то спросил, это вопрос Прабхупады. Какую дхарму нужно выполнять? И Прабхупада отвечает. Есть прея и шрея. Что это значит?
Прия значит то, что дает нам радость, радует короткое время. А шрим — это то, что делает нас счастливыми вечно. То есть вечное благо приносит. Прия даст благо на короткое время, но и также она принесет страдания. То есть радость маленькая будет, и затем придут страдания. Это прия. И путь прия, обретения материальных благ, материального счастья, он как бы неэффективен, легко доступно. Но путь Шрея, он редкий, и он не так просто по нему идти. Так. Путь Шрея, он это путь как бы путь развития души, и он очень дорог душе, потому что в этом мире самым главным является Господь. Если душа достигает лотосных стоп, то жизнь души она успешна. И путь Прея, он содержится в пути Шрея. Но те, кто далеко от Господа, далеки от Господа, те, кто хотят материального счастья, они не могут как бы благо своей душе принести. Счастье они счастье обретают очень короткое время. Например, в пустыне есть мираж. Он смотрит вдалеке, как будто он идет по пустыне, смотрит где-то вот вода вдалеке, он идет на эту воду еще дальше, дальше. И кажется, вот-вот он сейчас придет к ней, но так и не доходит до нее. Наоборот, уходит все дальше и дальше в пустыне. Итак, прия значит счастье этого материального мира. Кажется, что сейчас я вот обрету это счастье, и мне будет хорошо. Но на самом деле это не так. Кто-то думает, я сейчас женюсь, и у меня будет золотая жизнь просто. Но после женитьбы жена не слушается его и приносит кучу страданий. Теперь он думает, ну ладно, ничего, дети родятся, тогда будет повеселее. Но дети рождаются также, приносят много проблем. Иногда дети приходят, и как будто они столько много кармы негативной приносят, как будто враги с прошлой жизни. И тогда человек думает, ну ладно, ничего, сейчас сын подрос, на этом сейчас женится, там тоже будет счастье. В итоге приходит невестка, начинает со свекровью ругаться, еще больше беспокойств появляется. Самсара Давана Литхалока. Этот материальный мир, это в Курвашнике описан материальный мир. Самсара Притидаванал, это пылающий пожар. И это пожар, который возникает сам собой от того, что деревья трутся друг от друга. Это огонь, который возникает сам по себе. Также и страдания. Никто его не дает нам. Так же, как и лесной пожар, никто не поджигает. Он может сам возникнуть. Также страдания, они сами собой возникают в нашей жизни. कहते हैं कहते इखो दंड भागी काट
есть киртан хар более. В котором говорится, что я думал, что это сахарный тростник, но что-то там оказалось другое. Я думал, что это ожерелье, оказалось, это змея. И Прабхупада говорит, итак, эти два пути, Шрея и Прея. Путь Прея, да, материального наслаждения, он присутствует в Шрее, в пути души. Шрея — это путь, который приносит благо душе, вечное благо души. Здесь описано, как обрести это Шрея. Если вы хотите вечного счастья, вечное, чтобы вообще не было страданий, как этого достичь? Кажется, что это там как бы сложно, да, это путь Шрея, надо вставать на арати там, в 4 утра просыпаться, 4 часа наоборот хочется так получше поспать, но нужно просыпаться, совершать омовение, ставить тилаки и приходить на арати. И саду не оставляет вас, он говорит, куда пошел после арати, садись, слушай харикатху. То есть кажется, что проблемы на пути Шрея, проблемы тоже. Как бы присутствуют неудобства всякие там. Но на самом деле этот путь, он доставляет удовольствие душе и дает вечное благо. Это так же, как питать свое тело, чтобы тело там, чтобы поесть, что-то надо чапати приготовить, да, там какое-то усилие приложить. Так же и здесь. Душа питается путем бхакти, ангами бхакти, харикатхой и так далее. И движение по пути бхакти, совершение анг-бхакти, самскары, необходимые в сердце, пробуждают, что помогает прогрессировать на пути бхакти. И сейчас это для нас неестественным. Там, да, приходить на арати, там, слышать харикатху и так далее. Но если человек постоянно это делает, то он обретает постепенно благо и вкус. Так же, как ребенок, он не хочет ходить в школу сначала, то есть его там заманивают, родители дают ему всякие там леденцы, шоколадки, чтобы он пошел в школу. Но как только он выучился, то он понимает, да, хорошо, что я ходил в школу, хорошо, что я обрел эти знания. Когда он подрастает, обретает, как устраивается на хорошую работу, он думает, да, хорошо, что я вот там вот это выучил, вот это выучил. То же самое и здесь. Мы сидим сейчас здесь, и время хорошо бы поспать, но мы издалека приходим, чтобы прийти на Мангаларти, совершаем прикладом усилия, но это несет нам вечное благо. Прабхупада говорит, что это кажется, путь Шрея кажется изначально сложным, но на самом деле он дает вечное благо душе. Мы совершаем садхану, садаки. Мы совершаем садхану. И в садхане там есть, конечно, препятствия, есть, надо прикладывать усилия. Поэтому Прабхупада говорит, мы обрели эту человеческое тело, потому что оно очень редкое. Несмотря на то, что это тело анитья, временное, так же, как и капелька росы на лотосе, но очень нестабильная. Вот сейчас корона, ковид. Сколько людей умерло?
Поэтому человеческая жизнь, она не является вечной. Но это форма жизни, человеческая форма жизни, та, которая может знать Бхагават Прему. И Прабхупада говорит, тело, оно состоит, ну, это тело, которое создано, там состоит из испражнений, кожи, кости и так далее, материальных элементов. Прабхупада говорит, это тело Джарадгат. Если просто на просто разобрать на составляющие, то кто, кому он как бы нужно. Если корова умирает и касается мертвой коровы, то совершать омовение не нужно, то есть оно не оскверняется. А человеческое тело, если этот человек тронулся до мертвого тела человеческого, то нужно совершать омовение коровьим навозом. Нужно коровьим навозом моют, для очищения моют дом, но человеческими упражнениями никто не моет дом. Поэтому Прабхупада говорит, на самом деле человеческое тело, оно как бы нечистое и ненужное, по сути, никому. Но с помощью этого тела, только с помощью этого тела можно обрести самую высшую цель, достигнуть своей жизни. Можно прийти к лотосным стопам Господа. Поэтому тело нужно максимально занять, максимально использовать при этом служении, потому что только в этом теле достигается бхакти, достигается отношение с Господом. Поэтому Прабхупада говорит, пока у вас еще теплится жизнь в теле, нужно совершать бхакти. Господь дал как бы специального, да, по своему, как бы, с причиной милости дает человеческое тело. Он не дает им тело осла или еще кого-то, а именно человеческое тело, чтобы могли обрести бхакти. Вридаван Дас Такур говорит, что если мы получаем это тело и не совершаем бхакти, то потом снова, что бы ты ни делал, хоть ты там головой стучись об стену, Господь не даст тебе в следующий раз человеческое тело, если он видит, что ты неправильно используешь. Поэтому не нужно давать этому телу даже отдыха. Нужно постоянно, чтобы оно было занято в садане. Ученики Прабхупады приводили очень хороший пример. Как, так же, как мать рождает ребенка, ребенок рождается, голова сначала выходит, но тела еще нет. Доктора спросили, доктора спрашивают, надо было выбирать, то есть жизнь ребенка или жизнь матери. Доктор спрашивает, вам нужен плод или вам нужно дерево? И тогда семья думает, если мать выживет, то она может родить другого ребенка. Но если... И тогда этого ребенка разрезали на части.
и достали. Такой пример приводит и говорят, что вот человек через такую ситуацию может пройти. И вы можете видеть, как там мусульмане, например, они кожу снимают с тела. Вот когда там всяких, ну, в Бенгалии можно видеть, когда они разделывают там козла или там курицу, или там рыбу, например. Они берут рыбу живую, закидывают в кипящее масло, например. Она прыгает там от боли, пытается спасти свое тело, но все равно они ее запихивают туда, в это кипящее масло. В Китае. Не совсем понятно. Короче, ну там какой-то процесс, как они едят. Ну, считается крутым деликатесом, если рыба еще живая, ты ее ешь, если тебе подают на стол полуживую рыбу, то есть она еще живая, в принципе, не до конца приготовленная. Поэтому, то есть этот Прабхупада говорит, что это тело материальное нужно тратить на садхану, и нужно пытаться здесь хорошо там устроиться в материальном мире, получить чувственное удовольствие, потому что другого шанса может не быть. И говорится, что это человеческое тело — это то, что душа заслуживает за долгое-долгое время. И если этот ценный дар потратить на то, чтобы просто есть, спать, там, растить детей и так далее, то ну в чем смысл тогда? Ахара, нидра, бая. Все эти действия, еда, солнце, укрепление, оборона, доступные животным, в чем же смысл тогда человеческой жизни? Поэтому наши чари говорят, хотя бы в этой жизни постарайтесь остановить этот круговорот рождения смерти. Шрила Прабхупада говорит, несмотря на то, что это тело, оно не является вечным, оно дает вечное благо. Шрила Нарайан Госвами Махарадж однажды сказал брахмачарьям, он говорил, и Махарадж, у него было три операции. И Махарадж говорит, о, брахмачари, вы сейчас, у вас сейчас молодые тела, не тратьте время. Не позволяйте своему уму гулять, где попало. Старайтесь совершать баджан. И Махарадж говорит, вот я теперь стар, у меня три операции было. Если какое-то тело с телом что-то не в порядке, то вы не сможете совершать бхакти. Поэтому пока вы еще не достигли Господа, то старайтесь максимально посвятить себя служению Хари Гуру и Вайшнавам. Не позволяйте ему блуждать повсюду. Потому что в будущем, когда тело состарится и будет полно куча болезней, то вы не сможете совершать баджан. Итак, как обрести бхакти за одну жизнь? Прабхупада говорит, нужно оставить независимость. Обычно человек делает то, что он хочет, но
нужно делать то, что Гуру хочет от нас, то, что вайшнавы хотят от нас. Поэтому что наша независимость должна быть просто постоянно, полностью отдана в руки вайшнава. И поэтому наши желания должны быть заменены желанием Такурджи. У нас не должно быть независимости. Нужно постоянно жить под руководством Гуру Вайшнава. Поэтому если человек с шаранагати эту жизнь проживает, то он может обрести Господа за одну жизнь. Не то, что я хочу туда пойти, я не хочу это, мне это не нравится. Если человек будет апеллировать только к своему мнению, то он ничего не обретет. Если бы Прабхупада сказал, что вот я не хочу никуда ехать, я хочу в Дхамме только совершать, но разве тогда была бы проповедь? Нет. Вот у нас три мадха основных на Малдиве, в Калькутте и в Пуре. Ну, в смысле, в Джаганхапуре Гурдев был один месяц. И в Картику на Малдиве он один месяц был, и в Пуре при Трихаятхе тоже. И 10 месяцев он был в Калькутте. А, это не Гурдев, Прабхупада говорил. Горикшаридас Махарадж говорил про Прабхупаде, говорил, не едь в Калькутту, это город Кали. Но первый мадх открыл Прабхупада где? Именно в Калькутте. То есть, почему? Потому что большую часть своего времени Прабхупада проводил в Калькутте. Почему? Потому что там проповедь была. В Дхамму народ не всегда может приезжать, потому что они будут думать, у меня алтарь есть дома, чего я поеду в Дхамму. Кто-то, как преданный, говорил, что вот в Бород огромный фестиваль был на Джанмаштами, столько преданных приходило на даршан, затем даршан, этот самый, ну, Нагар Санкиртана была тоже. Проповедь, эти все люди, они бы не приехали в Дхамму, поэтому проповедь, она в Дхамме не может осуществляться. Говорится, что вся Вселенная хочет обрести остатки пищи Кришны, но Кришна стремится обрести остатки пищи своего преданного. Если кто-то совершает апарадху где-то и приезжает в Дхамму потом, то он очищается. Но тот, кто совершает апарадху в Дхамме, то это как удар молнии. То есть это очень сложно потом исправить. Поэтому наши ачарьи наши говорят, что большего значения придают проповеди, а не совершению баджана в Дхамме. Кто такой, что говорит? Он говорит, что место, где киртан, где харикатха, там дхама. Например, на Джулана Ятру. Столько много преданных приехало на фестиваль Джулана Ятры. Три автобуса приехало. Рамиши Прабхупада спросил, откуда? И он говорит, в основном это были мои ученики. Они сказали, вы проповедуете повсюду. А, ему сказали, вот это потому, что гуру проповедует повсюду, поэтому много учеников приехало. Если бы мы не проповедовали, мы просто сидели в Дхамме, то никто бы не пришел. Нужно большие усилия совершать, много проповедовать. Мы совершили много усилий, много проведали, поэтому много. Три автобуса приехало. Только это благодаря проповеди. Поэтому Прабхупада, он большее значение придавал проповеди, а не нахождению в Дхамме. И он был занят, как распространить учение Махапрабху по всему миру.
Прабхупада говорит, тоже говорит, что святые места находятся там, где звучит Харикатха. Если человек живет во Вриндаване и думает, как наслаждаться, просто как наслаждается это тело, разве это называется проживанием во Вриндаване? Нет. Поэтому наша Гурварга, все ученики Прабхупады, они не давали возможности никому сидеть просто так, сложа руки. Ну, имеется в виду, Прабхупада иногда шел, если Прабхупада видел, что кто-то без дела сидит, он говорил, «Эй, что ты сидишь без дела? Иди проповедуй». Посмотрите, как в ИСКОН сейчас дела обстоят. Повсюду ИСКОН. Я когда куда бы ни пошел, везде ИСКОН. ИСКОН. На Западе ИСКОН, в Индии ИСКОН. В чем причина? Потому что у них проповедь — это первый приоритет миссии. И говорится, что проповедь — это и есть баджан. Они, с вами Прабхупада говорил, возьмите книги, идите проповедуйте. Один пуджари был, который совершал пуджу. А остальные раздавали книжки, распространяли. Вы можете посмотреть в Дели. То что один пуджари оставляли одного пуджари, только все остальные шли проповедовать, никто не сидел в храме. И посмотрите, у них сейчас везде огромные храмы, в Дели, в этом Дели, какие у них огромные храмы, сколько людей приходит в ИСКОН. Я тоже самое испытал. Чем больше человек служит, тем больше становится, тем более он известен. Как, например, Тиртха Махарадж. У него образование 3-4 класса, но посмотрите, сколько он служения совершил. Все свое тело он как бы разбил служению, все свое тело он посвятил служению. Иногда он 4 круга в день только повторял святого имя. Но он постоянно служил Хари Гуру Вайшнавам. Поэтому какой плод этого служения? По всему миру он проповедовал. Итак, чем больше мы служим, тем больше Такур же будет доволен нами. Если Такур же захочет, чтобы мы прославились, то мы прославимся. На самом деле, слава приходит по милости Господа. Если Господь хочет, то она придет. Если Господь не хочет, чтобы человек прославился, то он не прославится. Поэтому старайтесь проповедовать, насколько это возможно, посланием Шримана Махапрабху. Благодаря этому, благодаря проповеди Хари Гуру и Вайшнавы, они будут довольны. Если мы просто предаемся Хари Гуру Вайшнавам, то мы достигаем Господа. Я тоже не образованный, по сути. Но посмотрите, вот мы, у нас храм есть, есть храмы, у нас проповедь большая, столько много учеников. Я, говорит, очень много служил. Я иногда даже с трудом 4 круга повторял в день святых имен. Но я все время слушал Харикатху, рассказывал Харикатху в Пури Мат, когда я жил. У меня было очень много обязанностей. Я вставал очень рано утром. Я резал овощи. Я шел в такой пенат, я собирал цветы, я приходил. Если в это время уже начинался киртан, я сидел на киртане. И затем у меня было служение также собирать цветы в храме. Затем я мыл посуду. Там пуджу проводили в 12 местах в храме пуджу проводили. Поэтому было очень много тарелок,
после пуджи, которое нужно было мыть. Все время я был в воде. Там я ноги все ну, от этого были в ранах. Нужно было постоянно маслом смазывать их. Потом мне надо было идти на рынок покупать рис, далсабджи. И возвращаясь обратно, я должен был убирать храм. После киртана все занимались уборкой храма. Затем я делал гирлянды. Это Акурджи. У нас очень красивый храм в Пуре. Гурдев говорил, что те, кто приходит, вы ему рассказываете харикатху и собираете пожертвования. Итак, с утра, с 4 утра до часу дня, даже у меня не было времени, чтобы просто присесть и вздохнуть. Я постоянно был занят в служении. Затем полчаса я отдыхал. Снова я должен был убирать храм, затем в 4 часа дня открывался храм. Если туда приходил, то мне нужно было ему рассказывать харикатху, собирать бикшу. И затем нужно было мне распространять прасадам. И я очень уставал, физически очень уставал. На самом деле было очень много, очень сильное желание учить шлоки, слушать харикатху. Я никогда не помню, чтобы я сел, у меня было время сесть и учить шлоки. У меня было сильное желание, чтобы я выучил все эти шлоки, чтобы проповедовать, рассказывать харикатху. Когда я делал гирлянды, я клал перед собой Шлокамриту, и пока делал гирлянду, я учил шлоки. Или убирая храм. Вот у нас в храме Шикшаштака написано Шикшаштака Падишамрита Манакшикша. Я, когда убирал храм, повторял чей-то дарпанамарджанам, чей-то дарпанамарджанам. Поэтому я никогда, никогда я шлоки специально не учил. Вачивегам, Сахротхавегам. Постоянно в служении я выучил все эти шлоки. Я писал шлоки на руке, когда шел в магазин, я повторял ее. И когда я пришел в храм, я увидел усилия, которые Тиртха Махарадж совершал. Сколько он там, весь потный. И потом Гурдев когда просил Шивананда, иди расскажи харикатху, в Гамче расставил харикатху. Мы готовились к харикатхе, но я никогда не видел, чтобы Тиртха Махарадж готовился к харикатхе. Он что-то готовил на кухне, но и Гурдев потом говорил ему, иди рассказывай харикатху, он сразу говорил харикатху. И так, чем больше человек служит, тем больше Господь знаний открывает ему в сердце. На самом деле, Бон Махарадж также. Вы тоже не можете представить, как он, сколько он служения совершал. Он даже падал в обморок, когда собирал бикшу в Мадхуре. И всю бикшу он передавал Гурудеву. Иногда
На самом деле он был почти при смерти. И теперь посмотрите, он по всему миру проповедует. Это результат служения. Мы души, обусловленные души. Если кто-то думает, что я могу памятовать о Господе все время. Нет, невозможно. Обусловленные души. Невозможно. Но обусловленные души. Человек будет помнить то, что он раньше совершил. Просто как бы, да, свои самскары всплывать будут. Но и когда мы погружены в служение полностью, то ум не бегает. Поэтому мой Гурудев, он больше внимания уделял служению. Говорил, больше уделять внимание служению практическому. Прабхупада говорил, что мы можем за одну жизнь обрести Господа. Те, кто... Человек, он пытается, не теряя ни секунды, использовать свое тело и ум для баджана, чтобы в момент смерти он мог, чтобы у него ум был стабильный в момент смерти. Итак, еда, сон, соукрепление, оборона доступны во всех видах жизни. Легко доступны. Но поэтому разумный человек, он никогда не будет тратить пустое время. Он всегда будет занят вопросом, как мне вот в этой жизни уже обрести Господа. Так выступает разумный человек. Поэтому не нужно тратить время. Нужно заниматься баджаном.